Всем привет! Сегодня у нас будет обзор на одного из моих питомцев. Это будет VR. Также его называют сова. Я вам расскажу, где его использовать, на ком использовать можно и в каких локациях. Ну, он у меня уже 35 уровня, максимальной прокачки, 9 скилл «Гнев природы». Этот питомец PvP-шный, он больше для PvP режимов, чем для фарма. Какие его особенности? Когда герой атакует, он имеет 65% шанс нанести урон, равный 650% от атаки питомца случайному ближайшему вражескому герою, и наложить молчание на 3 секунды. Кулдаун 4 секунды. Я вам скажу, это так, это как мини-арест, только круче в пару раз, потому что кулдаун очень маленький. На каких героев его лучше всего ставить? Его лучше всего ставить на дальников, у которых большая, высокая скорость атаки. Благодаря этому питомец этот быстрее включится и сработает его умение. Что он еще дает? По питомцепедии он дает бонус на защиту ресурсов, как бы это ненужный, как по мне, бонус защиты. Также самое основное, он дает бонус кристаллов в подземках. Как по мне, это очень прилично, плюс 12 с каждой попытки. В итоге набегает довольно-таки неплохо за целый день, если фармить все подряд без остановки. Так, где его можно использовать, где я его использую? Ну, как я сказал, я его использую на дальниках. В основном это у меня идет одержимый. На нем мы будем тестировать. Я его использую в забытой битве, на атаке фортов тоже часто использую, на битве гильдии его очень хорошо использовать, особенно если вы бегаете в лоб, очень отличный питомец для этого. Так, давайте сначала я вам покажу его в рейде. Мы нападем на моего твинка, посмотрим, как он себя покажет именно на тесте на других героях. Сейчас выйдем. Так, что у нас тут есть? У нас есть Гаргол, Хранитель с огненной защитой и Анубис. Давайте начнем с Анубиса. Вот видите, сразу загорелся знак восклицательный. Вот Анубис включился только когда спало молчание. Конечно, у Анубиса отхил хороший будет. Тут и карасик есть, и у него утекание стоит. Он сам с каменной кожей. Вот опять сработал питомец. Анубис не может включить свое умение, пока питомец на него наложил молчание. Ну, конечно, тут мы его не убьем. Но все же посмотрим, как работает именно это. Как видите, не очень часто проходит молчанка. Очень часто мисса. Не под силу с каменкой свалить ему. Так, хорошо, давайте попробуем теперь на Гаргуле. Вот опять, видите, сразу же наложил молчание. Гаргул не может включиться. Вот опять молчанка прошла. Тут получше срабатывает. Вот вторая. Гаргул просто не успел включиться. Он завалил. Теперь давайте потестируем на хранителе. Вот включил. Ну тут успел, чуть-чуть не успел, но он сожива, я думаю, сейчас хватит.
Вот он просто заблокировал хранителя с огненной защитой. Просто его снял. Уже дальше посмотрим, сможет ли он их всех завалить. На нем стоит, просто на герое стоит еще дополнительное ослепление. Ну, как видите, питомец очень хорошо помогает. Если нужно вовремя заблокировать героя, и супер. Работает он только на героев. Это, в принципе, его плюс. Он не трогает здания. Вот сразу же глазик пошел. Тут, наверное, нереально слить его. Единственное, если бы не было ангела, то, возможно, еще бы слили. Даже тыква не помогла нам. Так, хорошо. Теперь давайте сделаем маленький тест. Многие не могут пройти подземку. Опять 10. Сейчас будет очень хорошо видно на черепе, как он просто черепа сейчас под скиллом сольем. Так, магии, конечно, у нас тут не особо. Давайте магию купим. Так, вот он наложил на Ареса молчание первого. Ай-яй-яй. Ножка не туда он ударил. Заодно и посмотрите, как 5-10 проходится без проблем с помощью одержимого. И Анубиса. Вот он на Ареса наложил молчание. Так, слили. Давай, давай, давай. Надо было юнитами подспамить все-таки. Как назло, в общем. Так, хорошо. Опять. Не хватает нам тут защиты от стана. Не хватает нам тут слоника. Вот так вот морозим всех. Ну и юнитами надо поспамить, чтобы нас башни. Да что такое, ну? Ужас какой-то. Давай, вот молчанка прошла. И все, и черепа слили.
Тут второй у нас уже череп. Опять черепа молчанка прошла, не успели. Как назло, не могу прийти. Так, хорошо. Сейчас еще раз разок попробуем. Честно говоря, не хочу очень сильно видос затягивать. Вот вроде нормально зашло. Так, смотрим. Вот он наложил молчание на черепа. И под молчанием именно совы мы просто черепа слили. Так, нам опять тут отхила не хватит. Тут все-таки надо было брать ворожая. С ворожаем получилось бы получше. Вот опять молчание на разруху. Да, вот молчание на разруху наложили. Но не успели. Не хватает отхила. Ну, подземка проходится, у меня просто три героя, надо просто отхил еще. Давайте ворожая поставим уже, так и быть. В общем, питомец сам по себе очень кайфовый. Единственное, что надо ставить его на какого-то героя-дальника и желательно на танка. Потому что его умение не очень часто срабатывает. Так, да. Вот такой вот ворожай я поставим. Пробуем сделать вот так. Раз, два, три. Заморозим всех. Все равно проседают, надо все-таки тыковку сюда ставить. Без тыквы, конечно, печаль без разгона. Ну, так, конечно, еще и всех выпустил. Ладно. Не удался наш тест, но, в общем, можно свободно использовать. Очень хорошо он зайдет на таких героях, как Одержимый, как Рино, как Некрос. Вальтор. То есть очень много героев, которые у вас дальники есть. Особенно на факелах прикольно встретить именно такого героя. С таким питомцем. Так, ну давайте еще разок. Уже с тыковкой. Это как-то стыдно. Так. Три. 4, 8. Так, опять тыква дохнет. Все нормально. Вот молчанку на черепа наложили, черепа под молчанкой сразу же слили. С второго слили. Точно так же. Ну все. Тут, в принципе, без проблем. Нужно было тоже чуть-чуть нам отхила. Выстояли. Хочу попробовать немножко другой состав. Давайте уберем всех лишних. Давайте уберем Анубиса. Оставим Одержимого. Берем. Так, оставим его. Красоту уберем, чтобы нам не мешали. Тыковка. Пробуем вот таким вот составом. Посмотрим, что мы сможем сделать. Пробуем танковать. Начать танковать с тыковки. Конечно, без юнитов сложновато будет. Ну вот, первого черепа практически, да, не слили все равно. Убивает, не дает. Ладно, попробуем содержимого танковать. Конечно, вот одержимый сам по себе не очень танк.
Ну, в подземках он очень хорош. Так, ну-ка еще разок. Два. Попробуем вот так вот. Черепа мы раз слили. Второго черепа тоже слили. Так, опять у нас убили. Жалко, жалко, жалко. Давай, 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 давай. Вот под молчанкой слили. Интересно, затащим с ворожаем вдвоем? Не, не затащим. Да. Ладно, так и быть. Останемся нубами. Вот такой вот обзор питомца. Надеюсь, вы качаете именно питомцев. Не жалеете на них ресурсов, потому что питомец это как дополнительный герой с хорошими умениями. Все, всем пока.